Всем здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала, с вами, как всегда, Айрон. И в сегодняшнем ролике мы будем играть в игру под названием Roblox в режим кардиошип тайком в Роблоксе. Это уже второй ролик, кстати, за сегодня, но прошлые праворапсы были. А сейчас у нас будет обзор на новую лимитированную машину под названием Bugatti Vigital GT. Вот такая вот новая лимитка за 20 миллионов баксов. Скорость у нее 450, управляемость 9.8, привод АВТ, награда 74, но он сам замелил 3255. Стоит она целых 20 миллионов баксов, это прям пипец как много. Кстати, сегодня у нас будет первый обзор лимитки на новой карте. Я считаю, это прям похвально. Ну, не похвально, в счет разработчиков. Ну, ладно. И мы сегодня с моими подписчиками. Со мной сегодня Мортис и Егор. Да. Да, всем да. Здравствуйте. Да, это моя. Все, поехали. Ну, садитесь по местам. Поехали на улицу. Наверное. Ну, да. Так, давай ТП. Да, давай реально ТП. Так, давай, да. ТП. Драконица. Все, ребята. А, в тебе драконка. Драгоночка. Давай. Все. На... О, все на улицу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, чисто такие вот... Это вот Bugatti по внешке мне прям очень понравилось. То есть лучше 300+. Ой, ну, это прям небо и земля. 300+, это Bugatti. Вау. Может, мы одинаковые? Кстати, первый раз драгоночку на улице делаем. Пау. 8 секунд, 946 миллисекунд. Ничего, кстати, она быстрая очень. 172. Давайте обратно сейчас съедем. Мне вот просто интересно, насколько отличается эта Bugatti от моей. Вот этой тоже. Она тоже стоит 20 миллионов. Завтра, кстати, всем с 1 августа. Всем с 1 августа. Через месяц в школу зашибись. Ё-моё. Какие три круга, Лёва? Один. Нет! Какие три, вы угораете? Моя тачка, мы сейчас 7 будем ездить. Вы чего, угораете? Ну? 3 вообще-то. Не, ну, типа, кататься 3 круга вокруг. Мы ролик снимем, алло, люди. Они это самое. Ну, проверку устроили нормально. Зашибись, меня занесло. Ой, я кого-то обогнал. Как можно на этой тачке занести? У нее вот почему ее стоит покупать? Потому что, ну, во-первых, она дорогая, но она быстрая, в принципе, в какой-то степени. И она еще у нее очень хорошая управляемость. Она еще в любой поворот или свободно встает. Вы этого не видели? Я просто это сам. Я тебе отвечаю, я просто еду, меня заносит. Меня нормально? Блин. Ну, я это сам, я портики, типа, ударялся нечаянно. У меня фигня какая-то с Bugatti. Я иногда это, когда назад сдаю, конечно, едет назад. И не останавливается. У меня 440-50 вот сейчас. Я сейчас максималку лечу. Все, примерно за минуту и 4 за минуту 4 секунды. Ну, конечно, можно было бы быстрее, потому что если бы Айрон бы не врезался там о бортики. Но, кстати, хайвей гонка вокруг карты, это круто продумали. Мне нравится. 400. Ой, имба, я третий еду. Я шестой. Я второй. Передо мной челик. Ну, типа, я бы, если бы не врезался, у нас же максимальная скорость у каждого. На 422. Да. Ну, тут вот, кстати, в тоннеле сложно, конечно. Но тут, так сказать, я думаю, нету такой большой разницы. Можно просто вот так вот немножко притормозить, и все будет нормально. Слово. Вот как вам внешка этой Bugatti, мужики? Мне нравится то, что от первого лица, если смотришь, хотя бы дорогу видно. Уже плюс. И то, что у нее руль такой, типа, геймпадовский.
Коммунизм вот Мне такой вообще будет. нравится, что у него хотя бы салон видно. Блин! А то никак у них. Ё-моё. Да нет! Это Морс пролетел? Нет. Да. Понял, мощный. Как ты там? Я второй еду, офигеть. Я третий. Офигеть, я седьмой, круто. Ну типа, блин, если бы не врезаться, это вообще зашибись было бы. Меня в туннеле заносит. Прям жестко. Блин, я смотрю еще тут одно тоже местечко. Ну, блин, мы вообще не три круга хотели. Занесло, ну как так-то? Ты где? Блин, быстрее, давай. Бугатти вперед! Ну что за Бугатти? Домой! Фирменная Рома. Мне нам все больше и больше не нравится. Кажется, просто... 57 тысяч. У каждого человека... Я прям у финиша занёс. Третий. Ну, вот я... Немножко у кого-то ручки, рука жёлтая. Ну, по факту. Хотя я седьмой. Ладно. Ну-ка, у меня вообще шины куплены. А, нет, не куплены. Ай-яй-яй. Короче, давайте на следующую гонку. Гонка улица. Нам еще Фоксас не завезли, типа, гора и этот... Как это... грязевую гонку. Ну, возможно, в следующем добавлении её добавят. Я надеюсь, что её вернут, она крутая была. Где этот последний чел? Наконец-то. Я вообще не знаю. О, приехал наконец-то. На каком говне он ехал? Так, а, Бугатти у него затем лямов было. Была автострада, он брак. Мы ролик снимаем. Блин, люди не понимают, что мы ролик снимаем. Чё? Избавляй. А, блядь! Да кто это сделал? Я даже не знаю. Давай. Заспауни называется Левантюр. Там челика относит. Блин, он успеет ли он? Хорош. Да какие два круга, вы о чем? Есть, он не поехал этот. По шалям. Ну чё, он хочет, что ли? Коршун. О, кстати, я в первый раз на этой гонке. Ема. А блин. Ехать? Я, ну, типа, там можно было бы сократить, типа, на трамплине. Ну, ладно. Мотя, куда я еду? Доедем. О, первый раз, кстати, на этой гонке, вау. Люди, эксклюзив. Я не туда еду. Я не туда еду. Как рулить? Я не туда поехал. Найс. Подожди. А все, у меня гонка закончилась. А куда ехать надо было? Ну, это там это... Нам там налево надо было сразу же поворачивать. Так а чё они даже ничего не сделали там, типа, чтобы... Там сделали, там можно было перепрыгнуть ещё через трамплин. Так, а чё там, это вообще в обычной карте можно перепрыгивать через трамплин? Это везде такое. Да ёб твою! Ладно. Я уже второй еду. Не, ну, ну как короче... бы, не знаю, гонки, конечно, изменили круто, мне понравилось. Ну, тачка, если бы еще бы это, как это, говорил легенда Доминик Торетто, главное не что под машиной, под капотом, главное, какой водитель. Вот это правильно. Если у тебя тачка, блин, которая едет 450 плюс, и ты хреновый водитель, все. Тайм-аут. Кстати, это, которая новая, она помедленнее, чем моя. Моя едет, сейчас скажу тебе, сколько. Моя едет... 484. А, да, 484. Ну, блин. Стойте, люди! Алло, 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 стоп, стоп. На трек, на трек. Да, те, которые... Те люди, которые пропустили вот эту Бугатти, если они... Где я? Сейчас продается она. На трек все. Тоже больше. Все же мы там уже все поездили, алло. Но я надеюсь, в скором времени для моей Бугатти добавят салон. Вот. Ну, для Кенгикси Абсолюта бы добавили, бы круто было бы. Нормально, не чтобы видно было бы три. Да зачем пять? Да вы что, дураки? Один. А вы где? Один. Круг. Кого?
А вы где, на какой? Блин, дураки, нафига опять-то, ребята, алло. Вы руините все съемки, а вы еще говорите, почему, Айрон, ты не снимаешь с подписчиками? Ну, действительно, почему же? Надо было просто объяснить как-то им в ДС. Да я написал это самое, даже, чтобы один круг выбирали. Не, блин, всем 5, уж 8, 3. А че вы это не выбрали, по 5 кругов? Ой, то есть один. Все вы тоже выбрали, что по 5 кругов? Как, когда я выбрал один. Меня с вами вообще не было. Там мне нету претензий. Блин! Все. Это поражение. Нет, это Бугатти, в принципе, как это Бугатти болид выглядит. Нет, не выглядит. Да твой. Ну это же все вылетели. Конечно. На этом повороте. Как так? Да, тоже интересно. Наконец-то. Хотя бы новая деталь. Че? Ну я пропустил одну деталь, теперь осталось только 4 найти и будет моя Бентли. Ты быстрее уже. Остался, ребятки, осталось 12 дней. За 12 дней, возможно, ты накопишь на нее. Так, кстати, 5 дней осталось до конца Limited Store. Ну, за 5 дней, в принципе, можно копить 18 лямов на Кёнг, на Ламборгини. Вот, 18. О, кстати, вот тут еще... Я, видимо, могу... Вот, все, мне осталось... Я вообще последний еду. У меня опять кнопка не зажалась. Да что за фигня? Я вообще ехать не могу. Выйди из стола. Я вообще найду. Кстати, вот бесячие вещи в карди... Ой, это в Драйвинг Империи, а там есть на хайвей гонке на такой... выйти, то все, ты делисфикцирован. Ненавидите. Так, а вы сейчас... Поехали на драк? Или куда? Мы тут, блин, катаемся вокруг этой гонки, которую вы выбрали, блин. Пять кругов ада. Ладно, я лучше ресетнусь, я лучше на другую гонку пойду. Ну что, нафиг это все делать? Так. Давай на драк. Зачем? Типа у нас улица... и так был драк. А, точно, да. Трек, драконка, улица, блин. А что, все? Ну да, полицию нету смысла. Мы все равно там не телепортируемся. Да. Ну, получается, тогда все. Да. Блин, вы тут всего лишь пару гонок добавили. И все. Трек, драгонка, хайвей гонка и давайте... городская. Грязевой этой. Горной гонки и внедорожной гонки нету. Ну, зашибись, круто. Три ну, гонки. Тогда, наверное, дадим свои оценочки все-таки, а там как-то и не да, сказали. Я считаю, что эта тачка заслуживает свою чистую девяточку. За 20 лямов это прям вообще зашибись тачка. Да, я тоже ставлю, наверное, девяточку. Ты, Матвей? Я ставлю восьмерочку. Ну, просто по внешке мне она понравилась, по управляемости просто 10 из 10. Прям она заслуживает своего внимания. Ну, это, так сказать, ну, вот максимум колесам к ним придраться можно. Конечно, это можно изменить в этой, в вот тут вот. Что-то тут поменять в колесах. Ну, у них есть окантовка у этих колес, так что я не буду менять. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот такой у нас получился обзор на новую Bugatti Vigetto GT. Никак не могу запомнить. Ладно, всем удачи, всем пока-пока и до скорых встреч. Пока!